9 апреля стартовала эстафета общекрымских субботников, которая проходит в рамках акции «Сделаем Крым чище». В Керчи с самого утра на улицах, в центре и других районах горожане, сотрудники отделов и управления муниципалитета, работники предприятий, студенты, взяв в руки садовый инвентарь, наводили порядок. Огромный объем работ по приведению в порядок Приморского парка взяли на себя студенты расположенного рядом политехнического колледжа. Парк за последнее время сильно изменился. Коммунальные службы вырубили сухостой. Его еще предстоит вывозить. Сбор мусора и складирование в мусорные пакеты его и прочих природных отходов взяли на себя сами студенты. Всем нашим студентам это доставляет удовольствие, потому что они делают свой большой вклад в уборку территории, также в улучшение окружающей нашей среды. Вокруг колледжа у нас и внутри все уже давно приведено в порядок, и памятник, за который мы отвечаем, тоже. Студенческий совет вышел с предложением, учитывая, что мы в этом парке занимаемся и физическим воспитанием в теплое время дня, и спортивными мероприятиями проводим массовые здесь. Выходя сюда, конечно, видим, что он еще в том состоянии, когда здесь выйти и войти никуда нельзя. Проведя ряд экологических мероприятий в учреждении, в том числе общеколледжевый урок экологии, студенческий совет вышел с предложением прийти и помочь городу не в полном объеме, но посильно очистить парк для того, чтобы можно было по нему пройтись. При поддержке профсоюзного комитета все работники, педагогические и работники колледжа, студенты пытались выйти 2-го на всекрымский субботник, помешала погода. Вот сегодня мы массово вышли, я так думаю, порядка 300 человек. Не могу сказать, что я жестко требовала быть всем. Мы отпустили детей иногородних. Они нам обещали спасать планету в послеурочное время среди недели. Здесь еще будет чем делать, что делать, и подмести, и кое-что вынести. Но цель была главная, чтобы каждый понимал, что он делает это для своих будущих детей и внуков. Это первое. И второе, чтобы это было с желанием. Работа кипит. Сил хватит? Конечно, хватит. Мы же для себя это делаем. А когда человек делает для себя, то сил всегда хватает. Итог первого этапа эстафеты общекрымского субботника подвел глава администрации Керчи Сергей Писарев. Большое спасибо как предпринимателям, как общественным организациям, промышленным предприятиям. Особо хотелось бы отметить завод «Залив», торговый порт, рыбный порт. Большими составом коллектива вышли и оказали значительную помощь городу, убрав как и территорию в районе своих предприятий, так и в скверах. Большое спасибо медикам. Медики особенно выделили 3-я больница, большой объем работы выполнено в районе своих территорий, здорово наведен порядок. Хорошо поработали общеобразовательные учебные заведения, хотелось бы отметить политехникум. Они уже на протяжении, не только сегодня, а на протяжении последних 2 недель наводят порядок в Приморском парке. И эффект от этого есть. Парк, который условно назывался парком, а фактически это была заброшенная территория на протяжении последних не года, не двух, а десятилетий, приобретает вид парка.